Привет! Сегодня мы рассмотрим пылеуловитель Kärcher DDC-50. Очень многие спрашивают, что это за штуковина, как она высасывает пыль из дырочек, из стены, как она к ней присасывается и вообще в чем дело, зачем он нужен. Ну, что долго рассказывать, давайте я вам покажу. Так, это нам не надо. Сам пылеуловитель выглядит вот таким вот образом. Через вот это отверстие вы сверлите. В этот момент пылеуловитель должен быть прижат к стене. Вы нажали, включили, и он присосался. Опа, фокус, без рук. А теперь вы берете перфоратор и таким... Вот таким вот образом. Что происходит в тот момент, когда мы его отключаем? Когда мы его отключили, он просто берет и отпадает. То есть вакуум перестал создаваться. К чему он присасывается? Да ко всему. То есть он может присосаться к обоям, шершавой поверхности. Может присосаться к шкафу, может присосаться к стеклу, если надо. Ну, если вы хотите стекло сверлить. Я, конечно, не представляю себе, как вы это сделаете, но можно. Может присосаться к плитке, ему, в общем, все равно, к чему присасываться. Самое главное, он ничего не всасывает. Он просто собирает пыль вот этими вот малюсенькими щеточками вот в этот вот контейнер. Потом вы просто вытряхнули в совок и все. Больше ничего в нем нету. Как, собственно, он работает? А, работает он очень просто. От двух батареек питается вот этот насосик, который создает вакуум вот в этом поле. Больше ничего. Насколько нужна вам эта штука, решать вам. Насколько она удобна? Ну, в принципе, удобна. Как подарок, ну, прикольная вещь. Как покупать какому-то профессионалу, который постоянно что-то делает, ну, я бы не стал. Разве что это какой-то домашний мастер, который ходит по мелочам, где-то какую-то там розетку прикрутить, дырку просверлить. Тогда вроде бы как и уровень. Пришел с какой-то штуковиной, к стене ее прилепил, и все хорошо. В общем, на этом все. Обзор DDC-50 закончен. С вами был Валентин. Подписывайтесь на канал. Понравилось, ставьте лайки. Пока!